Мальчики, давайте вам обзор сделаю в Вайкики. Может, кто-то из вас одевается в таком магазине. Ну, почему нет? Масс-маркет, да? Ну, смотрите, такой пуховичок, например. Так, это, я так понимаю, на Хуне цена 4,99. На Хуне, наверное, больше 1000 должен быть. А нет, ребят, 500. А нет, тоже на Хуне. Да что ж такое? А где на пуховик-то цена? На Катар пуховик. Вот. 999 стоит такой пуховичок. Хороший пуховичок. Что здесь? Такой рукав просторный. Очень симпатично выглядит. И даже вот как одели с этой худи, так и можно. Так, что здесь еще? Вот такой худи. Давайте сразу цену. Мне кажется, здесь все примерно такого в одном диапазоне. 300, 500, 700, вот, 550 такой худи. Джинсы какие-то подстреленные. О, вот этот цвет приятный. Тоже 500 цена. Рик и Морти. В этом сезоне фишка, да, я так понимаю? 550. Ну, качество, знаете, вот эта вот тринитка такая, которая без ушинки, не очень приятная. Вот такая вот стильная штука, дрюка. Рубашка, не знаю, как ее обозвать. Рубашка-куртка 600. Угу. Ух ты, видишь, как футболка. Футболка прикольная. Так. Такой худи. О, кремовый. Почему-то вот в женском я искала такой кремовый худи, чтобы мне под мой вид подходило. Нифига нету. 550. Идем дальше. Какие-то рубашки страшненькие. 400, 500 вот эта рубашка, я вижу. Кофта. Такая вот куртка. Бренд. Рубашка. 1200. Капюшон есть? Есть, с капюшоном. Хорошо выглядит, кстати. Смотрите, как вариант, да? Здесь надели вот так. А очень даже стильно смотрится. Тоже. 499 вот такая. Ой! Так. Прикольное худи, кстати говоря. Что-то такое интересное. Лир всякие разные, вот с карманами, с какой-то надписью, просто такие треники. 500 лир здесь написано 400, но, видимо, какие-то из них 400, какие-то 500. Видимо, вот эти вот, которые с карманами, они 400 лир, а вот эти с надписью 500. Ничего, вот белые такие штаны от костюма. Сколько они? 2XL размер. Сейчас найдем. Вот они. 550. Худи тоже. А вот из такой ткани, похоже на рубчик. Тоже мужские штаны, смотрите. О, прикольно. Сколько они стоят? Цена, цена, цена. Давайте. 499. Так, типа свитера. 350. Ну, наверное, тоже какие-то 350, а какие-то и 450, да? Вот смотрите, какой симпатичный. 300. 400, вернее. Такой свитерок.
Конечно, греть не особо, я думаю, такое будет. Кто спортивный? Давайте. 600. 600. 600. Сука, Вайкики. 150 лир футболки. Кстати, футболка очень хорошая. Наверное, в катушку быстро будет, да? Но так на первое приближение прям нравится. Ой, вообще, такой приятный, такая приятная ткань. Сколько такой курток стоит? 700. Смотрите. Ой, зацепилась. Вот такой прикольный. Вот косуха. Кто такой еще носит?
Я сдаюсь.